Сегодня 29 ноября. 29 ноября 1911 года при Обществе врачей организована секция борьбы с алкоголизмом. Медики обратились с просьбой к властям выделить средства на устройство в Самаре приюта для вытрезвления. Одной из задач заведения было спасение замерзающих рабочих, оказавшихся на улице в состоянии опьянения и нуждающихся в медицинской помощи. Такие приюты можно назвать прообразами современных вытрезвителей. 29 ноября 1920 года крестьянин Никитин из села Русская Селитьба Самарской губернии написал письмо в местный совет народного хозяйства. В нем он сообщил, что неподалеку от села есть нефтяной источник. Совет, учитывая важность подобных открытий, разрешил крестьянину провести необходимые работы, а потом доложить о результатах. Однако должного значения сообщению крестьянина о нефтяном источнике в те годы все-таки не придали. Только после Великой Отечественной войны на этом месте было открыто Красноярское месторождение и началась его разработка. 29 ноября 1967 года в Куйбышеве выступил Владимир Семенович Высоцкий. В тот ноябрьский день несколько тысяч человек собрались во Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Зал буквально трещал по швам. К этому времени о Владимире Высоцком знали уже многие. На экраны только что вышел художественный фильм «Вертикаль», где на всю страну прозвучали песни молодого барда. Кстати, то выступление в Куйбышеве стало первым в биографии певца концертом для многотысячной аудитории. Последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается один из самых теплых семейных праздников – День Матери России. Официально он появился сравнительно недавно, всего 17 лет назад, как напоминание о великой материнской любви и неустанной заботе о детях. До этого у наших дорогих мамочек, как и у всех российских женщин, был только один праздничный день – 8 марта. В конце января 1998 года первый президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о праздновании в последнее воскресенье ноября Всероссийского дня матери. В один день, 29 ноября, родились многие выдающиеся личности. Английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы Джон Флеминг. Советский писатель, автор повести «Белый бим, черное ухо» Гавриил Троепольский. Любимая многими актриса, заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Известный российский актер, народный артист России Евгений Миронов и прочие знаменитости. Свои именины сегодня отмечают Василий и Викторы. Народному календарю Матвеев день запомнился теплом, поскольку на него нередко случались оттепели. Если же на Матвее ветры веют буйные, быть вьюгом метелем до Николы Зимнего 19 декабря. Если же морозно, зима будет суровой. Несмотря на строгий пост, в этот день крестьяне любили ходить друг к другу в гости. Стол, конечно, был постным, но скромность угощения компенсировалась душевными разговорами. Худ Матвей, коли не попотчевал гостей, говорили люди. Эти и многие другие события произошли 29 ноября. Отличного вам настроения и новых положительных эмоций!